Скажем прямо, что бы ни менялось в муниципалитете к лучшему, всегда есть соблазн сосредоточить внимание на негативе. Даже благоустроительные работы нет-нет, да и вызовут недовольство артемовцев. Впрочем, недовольство это преждевременное. В наш адрес поступали обращения жителей, которые говорят, вот тротуар как бы сделали, а мусор не убрали, то есть там работы еще не окончены. Они продолжают дальше делать и после себя уберут полностью все, приберутся. То есть, ну, кто-то еще обращался по ямочному ремонту, что как бы асфальт, ну, который убивает, это тоже мусор будет убран, который вдоль обочины бывает лежит. То есть, прошу отнестись с пониманием. При всех этих уверениях будем помнить, что не только подрядчики, работающие на благоустройстве муниципалитета, должны соблюдать этот порядок. Ресурсоснабжающие организации, проводящие текущий ремонт, тоже должны следить за тем, чтобы после их раскопок жители не тонули в грязи или передвигались по обочинам. Конечно, в ряде случаев необходимо дождаться усадки грунта перед тем, как капитально класть асфальт. Однако, когда население информировано об этом, градус накала недовольства будет значительно ниже, и как следствие уменьшится поток жалоб во все возможные и невозможные инстанции.